Дорогие друзья, сегодня ночью в Подмосковье, недалеко от города Москвы, в одном из дачных поселков, произошло дерзкое нападение на загородный дом известной российской телеведущей Ксении Собчак. Двое неизвестных ночью пробрались в дом, они не ожидали, что в доме будет находиться Ксения Собчак. Они избили известную телеведущую, забрали деньги в сумме 15 миллионов рублей России, которые хранились в сейфе и скрылись с места происшествия. Они избили Ксению Собчак и привязали ее практически в бессознательном состоянии к стулу. Соседи уже вызвали скорую помощь и наряд полиции. Сейчас Ксения Собчак находится в больнице. Врачи делают все возможное для того, чтобы спасти ей жизнь. Уже возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции ищут подозреваемых. Сегодня вечером, друзья, об этой трагедии сообщат по Первому каналу. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши новости, которые мы делаем для вас каждое утро. Не забывайте, что мы первыми узнаем, что происходит в российском шоу-бизнесе. Не переключайтесь и до скорой встречи на нашем YouTube-канале.